Некоторые историки утверждают, что средневековые рыцари были ограниченными дурно пахнущими грубиянами. Дикие нравы, необдуманные поступки, отсюда такая тяга к спасению угнетенных принцесс, считают современные мужчины. Однако Карл Великий собирал народные песни, знал несколько языков, а Генрих VII играл на лютне и обожал театр. При этом рисковать своими жизнями во имя прекрасной дамы для них было в порядке вещей. Готов ли сильный пол 21 века хоть каким-нибудь подвигом ради своих женщин? Мы решили выяснить на улицах города. Какой вы подвиг совершали ради своей девушки? Да никакой. Ну, может быть, дарили ей что-нибудь? Не, ничего не дарил. Ради своей девушки я выучил все песни Стаса Михайлова. Ради девушки я выучил испанский. Ну и на ум приходят такие строчки. Астра Виктория, Патрио Муэрте, Сиемпре, Венцеремос. Без тебя, все ненужным стало сразу без тебя. Я вот ради своей девушки я писал стихи. Целыми ночами не спал, неделями писал стихи постоянно ей. Я, чтобы водить свою девушку по ресторанам, сдаю кровь в пункте переливания крови. Я и сейчас сдал кровь, и мы пойдем с ней в место. Я подражал Бродскому в то время. Вот. Ну и, собственно, седьмую ночь он ко мне пришел и позвал меня в эмиграцию. Но я понял, что нужно поспать. Все для тебя! Рассветы и туманы для тебя! Моря и океаны! Ради своей девушки мне приходится играть с ее котом, а у меня на них аллергия, я от них распухаю. А от девушки я говорю, что меня распирает от любви. Моя девушка очень любит пирсинг. И ради нее, только ради нее, я сделал пирсинг в пупке. Любимая, ради тебя я не буду это есть. Ну что делаете? О, показать могу? Не, не надо, спасибо. Я всегда ем то, что готовит моя жена. Очень люблю, но однажды она меня решила порадовать экзотикой и пожарила акулу. Когда она ее жарила, собаки в радиусе 3 километра начинали выть. Я ради девушки продал машину, чтобы оплатить ей вступительные экзамены. А ей потом было стыдно за меня, то, что у меня нет машины, я нашла к другому. Но я все равно все всегда съедаю и прошу добавки, потому что моя жена самая лучшая. Для кого-то каждый день ходить под пулями – серая рутина. Для других лишний раз вынести мусор – настоящий подвиг. Стать героем в глазах своей женщины не так уж и сложно. Тем более прекрасный пол в России не очень-то избалован обилием рыцарей. Подвиг – это когда ты преодолеваешь себя, свои страхи. Например, страх высоты. Не обязательно дразнить раконов направо и налево. Достаточно встать на 15 минут раньше и сварить для любимой девушки кофе.